Федор Сергеевич переоделся, идет получать подарок от сестры. Та-дам! Прическа подожди, еще не очень. Рисовала. Та-дам! Давай. Спасибо. Вот там, смотри. Так. О, что это? Раскраска, может? Не раскраска. Что это? Деревянный конструктор в стиле Майнкрафт. Да. Ну не открывай, потом уже будешь собирать. Смотри, еще один подарок. Хоп. Золотая кнопка. Покажи. Ничего себе. Ну это, Федор, она не настоящая, ты понял? Потому что настоящую пока еще нам не пришлют. Ну будет купить. Ну, это мы тебе такую сделали, Соня придумала. Нравится? Класс. Ну что, мы приехали в Макдональдс, заказали, ждем. Мы тут с Яриком играем. Давай. Что тебе, Федя, досталось? Сейчас покажу. Замняла. Ого, ого, вот это круто. Не, классный, да? Крутой, тебе повезло. Приятного аппетита. А спасибо. Что там у тебя за еда? У меня тут бургер картошков есть. Ой. Картошков. Все, всем кушаем. Может, картошку мне нравится. Федор Сергеевич с таким аппетитом ест, как будто никогда не ел. Вкусно? Потом Гошу отдельно приведем, это он бедненький там. Мы тут... О, видите, заглохла пожарная сигнализация. Кто слышал, тут у нас сосиски на гриле готовятся. И пожарная сигнализация срабатывает, да? А Федор Сергеевич, такой мой молодец, помощник, помогает накрывать стол. Такой умничка маленький. Уже совсем не маленький. О, опять там, потому что вон дымовуха идет от сосисок. У нас такой творческий беспорядок. Короче, будем наводить порядки и убирать дым. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения! Всем привет, у нас новый день. Софико счастлива, ей пришла первая открытка с такими вот розами, да, розами, да. Что это? Ну, не знаю, как это. А там вот сидит наш парень, которому наш уже телефон. 7 лет. Едем за новым телефоном, да. Он заказывал всем, чтобы дарили ему деньжища. Все подарили деньжища. 420 рублей. Сколько? 420. 420 рублей. Короче, едем. Со скрипом. Мы еще увидим завтра. И вот так ночью с Алжиром около школы на красивой поляне босичком лупим, ну. Коля Панасюк, это видео для тебя. Ты хотел сыграть с черненькими, вот лови. Короче, футбол объединяет. Неважно, из какой ты страны, когда ты видишь зеленую поляну и пару человек, можно бегать и играть. Ребята, съемка прям с земли. Вот это бывает! Гол!
Кайф, а. Идеально в тайминг достал. Ну да, вовремя. Ага. Ну что, вот он наш телефончик, да? О, ты уже чехол сам надеваешь? Ну не налазит. Ну давай, я тебе помогу, все налазит. Это ж оригинальный чехол и клеит стекло сразу на заводе. Вот такой, смотрите, такой голубенького цвета, красивый. Очень. Алмазненький. Алмазненький. Цвет алмаза. Что не включается? Подожди. Все правильно ты сделал? Какой самостоятельный ребенок. Что значит 7 лет? Чик, чик, включил. Ставь на зарядку. Похож, да, на твой? Угу. Я одинаковая. Давай, все на зарядку, а вот это вот остальное в пакет, и папа спрячет, как приедет. А потом уже... Все, я ставила. Нормально все? Угу. Все. Аккуратно. Федор Сергеевич тут у нас занялся лепкой. Смотрите, как прикольно. Озеро, трава на берегу. Это что, кувшинки? Да, это кувшинки. А как ты так придумал? Говорит, мама, ты умеешь утку лепить? А что, ты взял этот пластилин со школы? Немного. Зачем? Что там не хватало тебе? Да не хватало, да. Вот чудик. Блин, эти глаза, клюв. Ой, какой ты молодец. Ух ты мой сладенький. Столы у нас, конечно, такие уже, мама дорогая, менять надо. Клюв? Угу. Прикольно. Плавать будет? Ну, отлично. Красота. Носки тащи Ярика лежат здесь. Хоть чистый. Молодец. Ну что, у нас букеты готовы. Сегодня еще вот такой вот подсвечник сплела. Короче, пацаны гуляют еще на улице. Ну, пацаны, Ярик с другом и с Федором. И готовимся ложиться спать, потому что завтра 1 сентября. Знаю, как у пацанов. У меня ноги уже не ходят, все. Что у вас? Тоже похожая история? Та же фигня? Но осталось уже совсем чуть-чуть. Рывочек 150 км до Москвы. Дождаться до вечера до поезда. И домой, пацаны, домой! Встали. Что, ребят, не успели въехать в Москву? 500 метров въехали, все, и встали вон там, вон были. Стоит. До вокзала ехать, я не знаю, часа б 3, наверное, ехали бы, мучились бы. Потому что жарко в бусе очень. Принято было решение до ближайшего метро. Выходим и едем на метро. Там две пересадочки. И скоро, минут через 50, 40-50 будем на вокзале. Короче, миссия выполнена. С двумя пересадками мы от Лахмановской добрались до Белорусской. Сейчас вот выходим на свет Божий. И, в принципе, можно будет выдохнуть. Кто-то в магаз сходит за водичкой, за едой, да? Или не пойдете? Сходим, сходим. Еще 4 часика до поезда. И прыгнем в вагончик. Пока вот ждем. Вот там еще Колька прячется за мальчишками с красной сумкой. Ой, скорее бы уже. Ну и наконец-то, это долгожданный момент. Сколько тут еще? Метров 100 и в вагон падаем. Уезжаем. Санечка отстал, остальные там впереди рванулись, а билет это не у них. Еще 3 вагона. 2, 3. Все, пока, Москва. Все, приезжаем в Брест уже. Сколько там, 2 минутки нам подъехать. И лупим. Футболочки прикольные. Где там Гошан спрятался? Кто там еще? Остальная банда вся. Петька. Вроде все на месте. Это коуч. Я коуч.
Секундомер. Минус секундомер, короче.